Три пятерки уже Субару пошел к вам, знаете? Так точно. Для личного обогащения угнал автомобиль. В период с 5 по 7 июля владелец УАЗ-2109 лишился своей машины. Ее угнали с Гагарина 16. Ущерб автовладелец оценил в 35 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 19-летнего северодвинца. Молодой человек угнал девятку, чтобы продать, но еще неделю катался на ней по городу. Указанный период времени проходил в состоянии алкогольного опьянения в дворе, увидел машину, разбил стекло, залез в машину, попытался разобрать замок зажигания, у него не получилось. После этого он нашел второй комплект ключей, который лежал в бардачке, воспользовался вторым комплектом ключей, завел машину и уехал. Молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение угонов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Этот угон может обойтись юноше лишением свободы на 2 года. Несколько наглых водителей засветились в интернете. На этих кадрах водитель «Шкоды». Чтобы не стоять в пробке на Архангельском шоссе, он проехал по тротуару. Вероятно, автовладелец спешил занять место на парковке. А этот автовладелец УАЗ-2110 при перестроении не предоставил преимущество рулевому, двигавшегося по левой полосе.